4 600 000 000 тенге выделили местные власти для осуществления проекта «Артспорт» в Туркестанской области. Бесплатным дополнительным образованием в регионе планируется охватить почти 30 тысяч детей. Они смогут проявить себя в спорте, творчестве и изучении языков. По информации специалистов, в этом году контроль за распределением мест в организациях дополнительного образования будет усилен. Предыдущий опыт показал, предприниматели регистрировали у себя мертвые души и получали за это деньги. Из-за недобросовестного отношения к исполнению госпрограммы десятки нуждающихся во внимании школьников остались не у дел, отмечают специалисты. Мы ведем постоянный контроль за работой предпринимателей, чтобы денежные средства расходовались по назначению, а непосредственные получатели услуг действительно всесторонне развивались. Подушевое финансирование на каждого ребенка распределяется автоматически в единой базе данных.